Подарунки, костюмированные шоу и театрализованные постановки. Сегодня на Гомельщине протягивались святочные калядные мероприемства. Некоторые из них наведали наши корреспонденты. Гомельский областный роддом – одна из лепших установ, как по оснащенности с участным медицинским обсталеванием, так и по наявности профессийных кадров. О всяким разе, женщины, которые недавно народили детей, своих становчих эмоций не утоивают. Зараз у роддоме каля 30 молодых матуль. Правда, слово «молодые» до некоторых подходит только у сенсе узросту. Шмат кто относится уже до категории шматдетных. Девочка, у меня родилась нового чувства, не передать словами, это такое счастье. Как бы долго очень ждали. 13 лет. Девочка у нас родилась, 2 мальчика есть уже у нас, и девочка родилась. Наше чудо совершилось 7 числа, без 10:08. Девочка, 380, 54 сантиметра. А врачи замечательные, и акушер, и зав. Ребенок у нас 6-й. Что тычется персоналу роддома, то он, сдается, рады не меньше за молодых мати. Урешті у народжені дзяцей есть и их заслуга. Кажуть, что не глядячи на святочные дни, працавать приходилось напружено. За 6 и 7 студзеня у Гомельским областным роддоме народилось 10 немовлят. С районов области плюс и городские женщины. Если брать в разрезе мальчики-девочки, то девочек получилось с преобладанием 7 девочек и 3 мальчика. На святкование каляду областный роддом представники Гомельской епархии приходят с подарунками. Электрочайники, тонометры и микрохвалевая печка для персонала больницы. Сродки гигиены для молодых мати. На руках счастливых женщин дети, яких архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан называет не иначе, как Божьим подарунком. Я надеюсь, что каждая из вас радуется этой жизнью и будет счастлива, что именно вы в такие святые дни родили своих деток. Пусть Господь каждую вас хранит, оберегает ваших младенцев, чтобы и они дальше продолжали род человеческий. Святкование каляд протягивается у Гомельским державным театре «Лялек». На святочное мероприемство, якое организовано за кошт сродка Гомельской епархии и особисто архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, запросили больше 500 неполнолетних, сошмадетных и малозабеспеченных семьях города. Некольки годин калет бывают отсюда, а дети чекают выполнения своих самых заповедных пожаданий. Архиерейская елка – это соправдное свято. Олег Сюнцюров, Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».